Привет, зритель, этот ролик будет моих ароматов на сентябрь. Не раскатывай губу, зритель. Это будет совсем небольшой ролик. Я что-то так подумала и думала одни духи обозреть. Потом думаю, как-то уж, ну, совсем одни, ну, как-то уж не то, не все. И решила, что пусть будет трое. В общем, так как не факт, что сентябрь будет не только теплый, возможно, и холодный, но и вообще как бы прохладный сентябрь, я решила, что Faraway Rebel от Avon может тоже побыть в сентябре, и он у меня был заявлен. На август я им несколько раз прыскалась, вот буквально вчера его прыскала на себя совсем чуть-чуть. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень хороший, классный аромат, теплый такой, фиолетовый. Вот он мне ассоциируется с этим флакончиком. Вот. Потом я так часто пользовалась, думала, он у меня закончится. Но как бы, если в деревню едешь, а у вас пчелы, то там духами лучше не пользоваться, если не хотите общаться очень близко с пчелами. Особенно если вы носите рамки на осушку, лучше, если от вас ничем не пахнет посторонним. Короче, это у нас вербена. Снятость, по-моему, уже дикая, глубокая, кеньская вода от Ифраше. Совсем чуть-чуть осталось. Во. Возможно, что в пустых баночках сентября она будет. И подобное, только уже немножко более зеленое. Это чайное дерево. Зеленое дерево, кто как называет. Тоже и Ифраше, тоже глубокая снятость, кеньская вода. Ну, кеньская вода считается как бы одеколон. Не настолько стойкая, как хотелось бы, но вот на летнее время года, точнее на теплое время года, потому что у нас лето в этом году было такое странненькое. В некоторых местах России оно было теплее, чем должно быть, а в некоторых местах России, как у нас, почему-то было по большей части холодненькое такое. В общем, на теплое время года вообще оптимальный вариант. Я иногда вот раньше ждала даже иногда лето вот так вот, чтобы в жару спрыснуться с ног до головы, просто даже дома, чтобы освежиться вот таким ароматиком. Мне нравятся такие ароматы свежие. Ну, вообще, мне практически многие ароматы нравятся. Редко какие ароматы мне не нравятся. Ну вот его внезапно чуть меньше израсходовалось, чем я думала, чем вот это вот это. Расходовался прилично. Не знаю, как будет ли этот в пустых баночках сентября, но у вербена процентов на 90, что будет. В общем, вот у меня на сентябрь в итоге выходит Rebel Faraway, фиолетовенький такой аромат, и такие желто-зеленый и зеленый. Вот так, зритель. Всего лишь три аромата на сентябрь. Если ты чем-то подобным в сентябре пользуешься, дай знать в комменты, будет приятно узнать, что о, я не одинока. Всем спасибо за просмотр, всем пока!